Когда я узнала, что я танцую США там сейчас, я очень обрадовалась, потому что это один из претендентов на победу, как я считаю. Когда я узнал, что я буду танцевать с Аленой, я обрадовался. Она классная, я ее обожаю. Танцуем Чарльстон. Нам стоит замечательная девушка, хореограф Ксения Пархатская. Ксюша. Ильшат. Ксюша. Алена. Да, привет. А это же нормально? Присыпаем пол детской присыпкой. Мы скользим. Можно танцевать Чарльстон. Мы с вами выучим Чарльстон 20-х годов. Самый рафинированный, настоящий Чарльстон рэгтайм. Нос выше. Чарльстон – это прадедушка нынешнего хаоса. Расслабляем плечики. Нам нужно создать ощущение, что мы марионетки. Чарльстон слэш хаус. У нас танец на смешение стилей. Еще поцелуй. Поцелуй, как будто хочу. Ну, папа, не мог, но вот так. Так как я занимался степом, наверное, мне в этом смысле чуть-чуть попроще. Ильшат очень быстро все хватает. С Аленой нужен немножко психологический подход. Шафу-шафу-хоу. Шафу-шафу-холд. Yes. Самое главное, нужно расслабиться. Нужно вот нажать на кнопочку, выпустить пар, выдохнуть, сделать. И обязательно нужно расслабиться и получить удовольствие. Ильшат,